Всем привет. Всем привет. Всем привет. Всем привет. И Рома хотел поздороваться, но теперь и он начал. Рома, короче, тоже сказал всем привет. Ладно. И мы сегодня продолжаем играть в Небесные острова. Это наши небесные приключения. В прошлой серии было полнейшее безумие, и сейчас, наверное, то же самое будет. Но сегодня мы думаем такую, ну, цель поставили себе, что сначала мы обустроим дом, а потом будем двигаться к более таким огромным островам. Потому что у нас просто туча булыжник. Кстати, знаете, с помощью этой лавы можно сделать двойной генератор булыжника. Правда, у нас нету ведра, чтобы... У кого-нибудь есть ведро осталось? Чтобы захватить воду из этого бесконечного источника и сделать двойной булыжник, генератор булыжника. Потому что может два человека в два раза быстрее добывать. Ну и что? И куда в нее ведро? Ну. Вот, вода у тебя есть, смотри. Ой-ой-ой. Ой, черт, опять! Снова появился газ, кстати говоря. Бьем, отталкивайте его. Лава будет течь сюда. Ребят, вот у нас еще одна есть такая небольшая проблемка, это еда, это сытость, то есть у нас постоянно мы голодные. Да, у нас не хватает. Знаешь, у кого есть кирка? Знаешь, как можно решить проблему сытости? Просто падаешь вниз и тыпаешься обратно, все. Ну, неинтересно так, нужна еда. Ну хорошо, сейчас я лук. Ну тогда нужен нам каких-то животных. Воду дай, Сёма. Какой-нибудь лук есть, ребят? Сёма, дай воду. Лук там, по-моему, я оставлял лук. Нет, он просто. Нет, лук у меня есть, а стрелы нужны. Ну, есть скелетов, там 5 стрел куда-то было. Ну, какие-нибудь стрелы остались, ребят? Вот, в общем, двойной генератор булыжник. Можно добывать с двух сторон теперь его. О, ну вот отлично. Рома, добывать. Рома, работа ждет. Не успел. Не успел. Ребят, слушайте, по-моему, дому сейчас капец будет. Да? Я тоже так думаю. Он так загорится в каком-то времени, и все. Да, он уже горел. А, ну. Я, только, есть у кого-нибудь, говорю, этот, стрелы? Нету. Кот, у тебя есть? Нету. Блин, что делать-то? Ну, в общем, у нас есть 3 стака булыжника, и нужно их потратить на постройку дороги, дома или еще чего-нибудь. Ну да, я думаю, нужно дом обустроить. Кот, ты куда убежал? Я пошел добывать железо. Настя, в общем, ты у нас стилист, в общем, будешь. Стилистом домашним. Сделай что-то из булыжника. Что? Сделай полублоки, ступеньки, каменные кирпичи. В прошлой серии, кстати. А нет, а мы... Ой, прости. Настя, ты... Знаете, как надо начинать серию? В прошлой серии вы видели. Типа сериал. Да, в прошлой серии мы видели именно вот это, что сейчас Настя построила. Один раз я сделал так в своем летсплее. Я тоже так делал. И что дальше было? Ну ты сделал, ты что дальше? Я сказал в прошлой серии и вставлял нарезку там. Дай мне ведро. Да, я так же делал. И делал в конце серии тоже, что будет следующий. Да? То есть ты записывал много? Я записывал много, да, с ребятами. И потом вот так вот в каждой серии. Ну это, конечно, очень геморно, но это прикольно. В принципе, я, ребят, знаете, что я думаю? Там, где нужно подниматься вот эти вот по этим лестницам, там нужно сделать именно, как называется... Ты еще раз ходишь туда? Водопады. Пошли, куда сделаем водопад. Ты еще раз ходишь туда? Нет, Дис, ты... Ой, Джора, занимайся домом. Мы с Кодой сходим... Ой, нашел, кому поручить занятие домом. Я стрелял сюда коробки похуже Роминых в своих летсплеях. Ладно. Кот, ты со мной идешь? Да. О, дерево выросло прямо на моих глазах. У тебя, кот, есть кирка? Да. Тогда добывай. О, тут, короче, цветочек на органе. Органе, блин. Кот вообще не приверженность этого. Ребят, зачем вы это сделали? Это не я. Я был основоположником этого в этом летсплее. Основоположником было, мне кажется, Неку. Нет, я построил начальную основу. А потом кто-то его украсил. Потом кто-то украсил его. Все, я залез. Это был я. Что, кот, ты сделал? Укоротил основу. А, вот, значит, кота просто, знаете, это как, типа, кота кастрировали, все дела. Он мстит. Да кот, зачем ты меня скинул? Потому что мне надо телепортировать, зато спасибо за блоки. А ты получил хоть этот как? А, я ведро получил. Все отлично. Оно пустое, ты хотя бы водой ты его заполни, блин. Ну, я заполню сейчас, я к этому какой-то телепортируюсь. Кот, ты там? Да. По-моему, я снова видел чипа. Эль мне показалось. Поживаю, в принципе, в порядке. У меня тут все, только вот эта сраная пещера, она постоянно мне мешает. Оттуда давай, это как, может, закроем. Настя, что там делаешь? Я закрыл с одной стороны, а вот с другой стороны они все равно лезут. Я никак не могу ее закрыть. Кот, собирай стрелы, это главное.
Жор, а у тебя понимаешь, нет я уже почти блоков умер. Каких-нибудь? А, чего нету? Блоков каких-нибудь, любых. Ну, есть, я же тебя скинул, еще булыжника на. Ну, кроме булыжника у нас ничего нет. Не-не-не, там дерево, смотри. Ну, это материал. Всё, нам пора возвращаться домой, я думаю. Да, там уже темнеет, но хотя мы не сможем пропустить ночь. Ну да, ну я забрал все из этого фигни. Только если по очереди ляжем в кровати, типа мы поспали все одновременно и... Таймсет можно будет заменить. Просто я думаю, зрители ничего не скажут, если мы сменим таймсет. Ну просто как бы сервер все дела. А почему, кстати, свинозомби атакуют, хотя я их не трогала? Ну потому что они не нравятся, ты не нравишься им. Аргумент, ладно, действительно. Не знаю, мне кажется, что это потому, что кто-то из нас их ударил. Это, наверное, был ты. Нет, это Рома, скорее всего. А, ну или Рома скорее ты, да? Всего. Я тоже грешу на Сему. Он любит их бить. Эй! Я думал, мы забыли. Нет, мы не забыли. У меня скоро кончится кирка. Я знаю, кот, я знаю, откуда они вылазят. Из задницы ада. Слушайте, они что, совсем взбесились? Че? Там и зомби, и свинозомби, всех уже. Кот, иди сюда. Они из подводной пещеры вылазят. Вот, я и говорю. А ты как ее закупоришь? Сейчас я к вам телепортируюсь. С абсолютно ни с чем. У меня будет пустой инвентарь, я к вам телепортируюсь. Была сейчас тут. Вот она, да, нашел. Есть кирка. Снова кто-то пьет зелье у меня за правым ухом. За правым ухом? Да. Это как в Карлсоне. Мочи-мочи. Дай мне, пожалуйста, эту кирку. Что жужжит? Ну, пойдем вместе. Я тоже могу. Не, ну я добуду именно блоков. Дай мне, я добуду блоков. Ну ладно, как хочешь. Дай мне хотя бы меч. Хочешь что-нибудь мне дай, пожалуйста. Так, я, в общем, сначала мне нужно умереть, а потом... О, у тебя есть стрелы? Сколько у тебя стрел? Одна. Вот у нас водопадик есть, оказывается. Да, я сделал водопад, чтобы... Падик с водопадиком. Вадик. Вадик. Воу, не советую. Давай, мирим. Снова на этом месте. Мы сколько раз уже здесь были, сколько раз мы пытались забраться по этому водопаду дурацкому. Да мы не пытаемся забраться, мы пытаемся закупорить вот эту нижнюю... Пойду схожу в гости к Насте. Как? Что она делает? Она добывает? Там, да, булыжник добывает. У нее веселая серия. О, косточка, косточка. А, ну зачем нам косточка теперь? У нас там есть дерево. А подожди, да косточки все равно собираю, вдруг понадобится. Я тоже пойду, короче, булыжник добывать, потому что вряд ли. А куда нам идти-то вообще? Он куда-нибудь не понадобится. В какую сторону? Что? Куда, в какую сторону? Вверх поднимайтесь. Смотри, я почти закопал, я их почти закрыл. А как лук делается, ребят? Кто помнит? Я три помню. Три нити и две палки. Или наоборот. Три нити-то есть хоть? Нет, три нити и три палки. У нас осветление получилось, я только сейчас это заметил. Нам уже стоит вагонетку делать. Мы реально можем вагонетку сделать. Там еще один стак рельс был. Их расположить, вагонетку сделать, хататься. Хотя, нам нужен склон. Но это не проблема. Так а зачем это отвлечение вообще нужно? Оно недалекое и никуда не ведет. Тут только свинозомби понаспавнились и все. И прям газ мне в профиль смотрит. Больше места для него. Так сразу же все замолчали, когда сказали про газ-то. А? Рома, о, Рома, короче, в воде там. А купается. Джакузи, у Ромы джакузи. Блин, нужно, короче, строиться нам. У меня где-то около стака булыжников. Друзья, давайте прервемся на пару, ну, на минуту, наверное, сейчас я вернусь. Нет, мы не будем прерываться, а ты вот прерывайся. Так, я продолжаю. О, кто убил Гаста? Гаста, не знаю, это все кто чип. Убил. Это чип, наверное. Да, это я видел его. Он прям у тебя под лицом и вообще не постеснялся. Помогает. Да. Да, да. Ты имеешь что-то против, что ли? Да. Кто-то горит. Блин, кстати, Сёма ушел, реально такая прям тишина. Сёма ушел, и что-то он... Слушайте, он сгорел. Трагедия. Именно вот заживо. О, у кого-то есть рыба? У него была дверь. У меня нет рыбы. Блин. А блоки есть у кого-нибудь? Настя. А, что, да. к чему это? Друзья, все, я вернулся. О, здравствуй, Сёма.
Здравствуй, Сема. Почему, когда я телепортируюсь в Неку, мне кажется, что я, блин, в Эндермире. У меня волосы изнутри так проработаны. Да, я посмотрю тоже. Ой, да, в Эндермире, правда. Это, кажется, перебор, да? Волосы изнутри. Жор, что ты делал? Аккуратнее, как с ними. Семен Семенович. Кот, что ты делаешь? Я... Ты меня видишь, что ли? Нет. Меня спалили. Нет, как бы я смотрю, тут вообще какая-то хрень происходит, тут у нас цветок на пенисе растет. Я говорил про это. И я думал, это было лишнее об этом говорить. Где вообще, где все? Я вижу только Жору и Неку. Я нашел лук, я нашел стрелы, я нашел... У нас, короче, опять чип бьется с гастами. Так он нам наоборот помогает. Да, зачем? Это лишнее, так нельзя делать. Самое главное, Сёма, то, что я сделал, это я закрыл подводную пещеру. Чип, ты лучше полетай, поскидывай этих. Сёма, ты меня игнорируешь? Я не понял. Ой, что такое? Синозомби, куда вы пошли? Что они все? Они синозомби настолько тупые, что они могут скинуться с обрыва. Почему они нас, меня бьют, а не тебя? Причем не все бьются, я подхожу к ним, они избивают. А рядом с ними стою, они не бьются. Ты чё с ним бьёшься? Зачем? Это самооборона, хочешь сказать? Да, это была самооборона. Привет, кот. А, блин, нет. Привет, друг. Я ведро оставил у тебя за спиной. Да, я забрал. Подожди, а где опять Рома шляется? Он вечно в начале серии... Он готовит свои злые планы, он там закладывает шашки динамита. Он в начале серии появляется, потом... Мы так и начинаем снимать. Всем привет, привет, привет. И тут... Просто вся карта взрывается. И Рома такой хе-хе-хе-хе. А зомби сверху, кстати, падают, я понял, откуда они. Да, да, они снизу лезли, я их закрыл. Они со всех сторон лезут. Жор, ты случайно не взял с собой железо? Нет. Там было в сундуке? Нет. Спасибо, что... Зачем мне железо брать с собой? Ну, потому что можно сейчас сделать кирку. Железную. О, у нас будет первая железная кирка в мире. В мире. В этом мире, да. Подожди, а у нас нет, у нас была кирка. Вон Рома говорил, что он добывал эти алмазы. Он эти алмазы... Он алмазы киркой добывал, которые здесь, в принципе, нет смысла делать, потому что я просрёшь. Зачем ты это делал? Он теперь на меня агрится. В смысле? Он сам полез. Ты его сагрил. Нет, я здесь не при чём. Я могу скинуть, в принципе. Они, кстати... Им вообще на меня пофиг, походу. Я их скину просто. Куда идти вообще, кот? Чем вы вообще все занимаетесь в этой серии? Почему я один бегаю и ничего не делаю? Я не знаю, почему ты... Я занимаюсь тем, что скидываю свинозомби. Чем вы занимаетесь? Ой, какое интересное занятие. Ой, тупой свинозомби, тупой свинозомби. Настя там, короче, все острова обрыскивает, все там, все ресурсы добывает. У меня много занятий. Я вот тут ресурсы добываю, пытаюсь построить. Ведьма тебя, да, отравила? А кто-то сейчас нет. Есть дома? Мы все дома. Или, что ты это же дом? Лось съел, по-моему, да? Да-да. Ребята, нам нужно расширять наш остров, короче говоря. Так расширяй, у тебя булыжника там будто за глаза, знаешь? У меня нету булыжника. У нас было его много. У нас его там куча. Да и есть генератор двойной, ты чё там, за что жрал? По-моему, можно сделать четверной генератор, слушайте. Да, можно сделать четверной генератор. Дайте мне тогда булыжник. Давайте я займусь этим, дайте мне булыжник и ведро. Я сейчас кинула. Ведро в сундуке, которое было твое. Хорошо. Буду сейчас остров расширять. Да я ёшкин карапузик! Карапузик, а? Да, дайте мне мои блоки. Да я упал. А, кирка еще, что я забыл про нее. Кирка должна быть, да, в сундуке. Все отлично. Теперь я буду делать четверной генератор, если, конечно, зомби... Ой! Гаст, короче, по своим стреляет теперь. Стоп, подожди, так а где там был лук и стрелы были там же? Сейчас возьму. Все в сундуке. Все, сейчас ему капец будет, сейчас мы ему дадим отпор наконец этому белому говноеду. Белый сердечок. Он... Сема такой выпал из мира. О, блин. Почему газ стреляет по мне? Он не должен стрелять по мне. Почему это он не должен стрелять по тебе? О, да чип уйди отсюда. Чип, я все видел. Жор, вот у меня вопрос. Эти двери поставил ты? Я поставил только одну дверь. Всё. Ну вон там дверь. Где? Вон, на мосту. На мосту? Она мешает проходу. А, не, а, да, я ее поставил.
Так хвастается прямо. Да я ее поставил. А кто-то знает, где тут алмазы? Потому что я сделала эту кирку железную. Где там мои алмазы? Я хочу их добывать. Как резко потемнело. Да, прямо этот дождь. Какой дождь? Я сейчас сделаю так, чтобы... Блин, поставьте кто-нибудь вторую дверь, чтобы они не прошли. На зомби к нам не будет проходить вот так вот. Все. Замечательно. Гениально. Построились. Все, вход. Чип, так нельзя делать. Ну, ты, Чип, ты второй раз уже. Так, блин, я что-то не могу понять, как в этом пространстве строить этот генератор. У нас вообще... У нас дом так выглядит, капец. У нас... Как дом? Ну, я знаю, сбай сбой. Ты посмотри на нашу базу. Дверь такая стоит просто. В воздухе считай. Сейчас я еще буду увеличивать в размерах наш дом. Кот, ты куда-то опять ушел, да? Да, я тут новый остров. Да. Я и то делами занимаюсь. Добывай алмазы, пожалуйста. Я в общем, сделал еще тройной генератор булыжника теперь у нас. Да. Зачем столько булыжников? Боже, тебе, по-моему, делать нечего. Ну, так оно и есть. Мне нужен булыжник. Ребят, кто-нибудь может телепортироваться и дать мне много булыжника? Ну, сам добывай. 4, короче, ходи по кругу. Я безопасен. Скоро Жора научится делать шестерной булыжник с перевыпившим. Вот Настя ходит. Спасибо. Нормально. Просто суть в том, что их надо делать больше и больше. Ой, 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 вопрос. Так, кто тут будет нужно... добывать? Все-таки у тебя тут до конца как-то не проработано. Это я, потому что еще не сделал это. Зачем ты это добываешь, нет? Ну а что мне делать? У нас гладкий камень образовался. Я помню, я снимал с Ромой видео про генератор гладкого камня. А я смотрел. Я вернулся. Я добываю. Ну я булыжник. Вы же не хотите мне прилететь и дать стак булыжника хотя бы? Я дом тут дыр заделал. Дыры заделал? Ты мне, блин, дай булыжник. И вот на смысле. Чуть дом в размерах увеличил. Вообще у нас как-то сейчас по домам. Ой, кто опять лаву разлил? Это все Настя. Ну да. Прости. Не, серьезно, кто-то знает, где есть алмазы? Потому они что... есть под каждым островом. Я знаю. Алмазы, как мне говорил Авимас, находятся на камазы. Они находятся на дальних островах. Пойдем на сети покажу. Да даже под нашим островом. Вот он, видишь, что эти вот маленькие острова? Да, у нас под нашим островом около трех алмазных руд есть. Блин, Настя, обернись. А, все, поняла. Вот те вот острова, видишь, вокруг которого нашего, ну, вокруг нашего острова, вот эти вот маленькие острова, они все с алмазами. Помнишь, где это было? Там тоже алмазы были в самом низу. Ребят. Сёма. Да, там вижу. Сёма. Mm-hmm. Всё, спасибо. Если ты сейчас прилетишь, ты пришёшь сейчас ко мне в безопасное место абсолютно, и дашь мне немного булыжника, стак хотя бы, я тебя поощрю. Хорошо, Жор, дай булыжник, пожалуйста. Нет у меня булыжника. А где весь булыжник? У вас там восьмерной генератор уже построен, булыжника нету. Седики. Так, четверной готов. Всё, четверной готов. Ой-ой-ой! Да, давай. Смотрите, можно по кругу ходить и собирать булыжник. Сёма, собирай. Сейчас я приду, Саша. Только нужен булыжник, потом... А, ну все, у меня 16 штук, сейчас я к ней приду. Мне нужен стак. Ну иди добывай. Что за люди? Держи, кот. А, ну ладно, спасибо. Все, что было. Кто дверь открывает, закрывает? Это ложка, наверное, как обычно. А где эта дверь находится вообще? Под нами, скорее всего. Где? Внизу, вот, что ли? Вот, я вижу его портрет, да, я, помнишь, говорил в прошлой серии, что он обосновал бункер? Ну? Вот, именно там он и находится. Дайте кто-нибудь кирку, Настя, можешь дать он кирку? Он весь из булыжника и находится под землей, я вижу его. А вот здесь камень. Скорее всего, сейчас он сидит, я его не вижу. Сейчас я его найду. А, вот теперь вижу. Вот он покопался, он, короче, вот, смотрите, хитрый. Вот он здесь. Питон. Вот питон, он воду себе там пустил, ага! Он дом себе сделал! У него охота там сундук, у него там две картины, 47 железных слитков. 47 череп. Две картины. Картины с его портретом. Золотой слиток в печи. Под нашим домом тут он себе квартирку. Вообще нежданно. Надо ему тут заделать все, тут я разломал, блин. Так, вот так, и вот так. Все, да, пока, так, Ром. Снова. Тут, блин, этот Ром еще выкопал здесь все. Теперь непонятно, что как.
Стой, подожди, а где? Где вода была? Вот вода так должна пошла. Быть как-то. Черт! Газ! 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 А там лук есть, возьмите лук и отстреливайте его. What the shit? What? Кот, ты умеешь из лука стрелять вообще? Ты чё, дурак, ты помнишь, что я делал на редкрафтинге? Ну давай, давай, показывай. Так дайте мне лук! Он здесь, в сундуке. О боже, меня еще Рома избил. И его тоже. Забрал все вещи и пошел обратно. Он просто так наедается. Он, знаешь, уходит в квартиру, берет все вещи наши и уходит в свою квартиру. Стоп, а у кого железная кирка? Сема, она же тебя... Я положил сундук, возьми. О, дайте мне железную кирку, я вам принесу много алмазов. О, ну на. Лучше с Настей сходи.